Это центральная ось, центральная неф храма Карлскирхе. Вот алтарь. Это боковые такие нефы с памятными захоронениями. Вот очень красивое убранство. Много колонн, много очень скульптуры, икон, росписи. Храм обетованный в честь окончания чумы в городе Вене. Вот это был 1725 год. Купольная фреска. Автор Иоганн Ротмайер. Он поднимает тему обета в центре «Господь Бог», внимает обращение святого Карла Боромео о прекращении чумы. Вот Карл Боромео в красном. Ну, его можно узнать по атрибутам. Шляпе кардинала и кресту. Ангел, державшись над входным порталом меч божественной кары, вкладывает его в ножны и тем самым показывает, наконец, страшное падение. Наконец, чумы. Этот храм обетованный. Видно на Вену со смотровой площадки Карлскирхе. Ну, там высокие шпили, это Стефансдом, собор святого Стефана. Зеленая крыша прямо. Это здание оперы, Венской оперы. Перед нами площадь Карлсплац. Вот колонны. Вот они, колонны, которые спроектировал Эрлах. Венский архитектор Эрлах. На колоннах такие триумфальные колонны. Сейчас мы посмотрим на купол. Роспись купола. Торжество жизни. Сам купол овальной формы. Там далеко, глубоко внизу алтарь. Храм не очень большой. Всего 250 мест сидячих.